Друзья, привет! Я сейчас нахожусь в Ереване, и ко мне сзади сейчас приближается поезд Гюмри-Ереван. Смотрите, какой современный, красивый поезд. Но, вы знаете, у меня вопрос возникает вот какого плана. В Армении большая проблема с регионами. Нету нормального пассажирского сообщения, нету нормального общественного транспорта. Что мешает вот этому поезду, например, курсировать не только из Еревана в Гюмри, а, например, продолжить дальше путь в сторону Ванадзора, Туманяна, Алаверди. Ведь это же привело бы к развитию регионов, от которых идет массовый отток населения, потому что сюда не поехать, не приехать, ни мест работы нет, ничего. Причем не нужно абсолютно укладывать новые рельсы. Там все рельсы есть. По ним ходит, например, поезд Тбилиси-Ереван 5 раз в неделю. Что мешает вот этому вот региональному поезду продолжить свой путь из Гюмри дальше? Ванадзор, Туманян, Алаверди. Вот это я понять не могу. А вы?